В одном месте закопали, в другом начнут копать. Утром подрядчики Кировской теплоснабжающей компании перекрыли участок улицы Казанской от Спасской до Московской. И как следствие, очередной конфликт. Встреча водителей и рабочего выдалась очень эмоциональной. Последний дал понять, работа у него такая. До недавнего времени этот участок на Казанской был открыт. Работы по замене труб тепломагистрали велись чуть выше. От Московской до Гостиного переулка. Но, видимо, подрядчик нащерся, работы закончил и приступил к масштабным раскопкам здесь. Как ранее обещали в КТК, копать на Казанской будут долго. Срок окончания работ – конец сентября.